Блять, у нас мышь летучая завелась дома, ебануться, живая. Живая, блять, а? Пиздец. Я ее потрогал. Она что-то. Блять, и что с ней делать? Она шипит, надо открыть окно, пусть все улетает. Блять, да она ебнется. Она залетела в окно, я пока лежала. На 17 этаже, блядь. Она попала, я еще подумала. Какая что-то... нахуй летучая мышь, блядь? Че, они существуют? И что ты мне предлагаешь делать? Взять ее, это не насекомое, блядь. Слушай, выкинуть надо как-то. Ну, слушай, может быть, открыть вот окно, ну не знаю. Ну, ты вот любишь открытые окна, кошка? Ага. Ага, блядь. Значит, надо ее пнуть, чтобы она прилетела. Пиздец, на, посними. Только да, меня не снимает. Блять, я боюсь подходить близко. Так. Летучая, блядь, мышь. Я боюсь тебя, блядь. Пиздец. Так, слышь, мышка, иди-ка ты вот сюда и, блядь, вот сюда. Ага. Да, такая стрёмная. Всё, короче, иди. Пойди в жопу, да? Пиздец, ну а что мне с ней делать? Где она? Да вон там она. Ой, блядь, она лежит дохла, что ли? Ну, лежит, полетит, может, потом, блядь. А, я боюсь, блядь, я теперь боюсь окно, надо было ее спихнуть, что-то или спихнуть. Слушай, она ёбнется, это самое. Тебе жалко? Мне жалко, да. Это на самом деле, знаешь, это самое, вдруг она летать не может, хуй её знает что. Ну, слушай, она, по идее, на улице, ну, не замерзнет, блядь, я что-то уже ёбнулся. Да что-то к нам все какие-то мертвые животные попадают, умирающие все время. Ой, ладно, да, ну, короче, да, пиздец. Нет, вдруг я сейчас окно открою ночью, и она опять прилетит. Я теперь уже боюсь. Не открывай полностью окно, вот в этом залу. Нет, а в этом-то и дело, что она залетела, когда оно было не полностью открыто. Слушай, значит, летать умеет, значит, улетит, блядь. Ага. Пиздец какой. Да уж, ёбнуться можно. Вон она. Вон она, блядь. Пиздец. Я вообще не знал, что они существуют. Вообще, блядь, я думал, это только, не знаю, где бы не бывает, у нас она оказалась пиздец какой.